перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Блять, я 100 лет сюда не заходил. Можно я просто помолчу? Вспомню, как это здесь делается. Господа, вы общаться умеете вообще? Какие-то лопы. Хоть кто-нибудь что-нибудь спросите у меня. Я не хочу вам ничего рассказывать. Я здесь так давно не был, я себя чувствую немножко потерянно. Заебали дреды. С глазами, кстати, все в порядке. Абсолютно трезвый, утренний. Стандартные вопросы. Ничего, дома отдыхаю, проснулся здесь. Первый раз за неделю, второй день так рано просыпаюсь, наблюдая солнце. Чувствую себя прекрасно. У меня ни с кем не будет фитов. Я не хочу больше это делать. Не буду это делать. Только вот. И все. Бля, братан, я уже в мясо, но я зайду в гости к тебе. В смысле, треков вообще не будет. Фитов не будет, друзья. Треков будет столько, что вы охуеете. Я просто свожу не спеша. Я прошлый релиз убил сведением. Этот я не хочу убить сведением. Я никуда не тороплюсь. Я нашел свой звук. Я чувствую себя охуенно. На улице солнце. Я проснулся. Курю парламент. Чувствую себя замечательно. Я убит в мясо. Зашел в этот ебаный инстаграм эфир. Первый раз уже, наверное, за месяц. Потому что здесь нехуй делать. Вы задаете тупые вопросы. А говорить то, что я делаю, я не люблю, я не видеоблогер. Я делаю свой альбом, и он будет охуительным. Вот и все. Наверное, что здесь вообще можно сказать.
Готов, братишка. Конечно, готов. Самара 22 числа. Это мой первый рэп-вылет с конца. Просто. Из Петербурга с рэпом. Разъебем Самару, друзья. Гамлет, все в порядке. Да, чувак, у меня набиты слезы. Это не значит, что я кого-то убивал. Это значит, что я потерял двух близких людей мне. Это мой папа и моя бабушка. Это чтобы кто-нибудь знал, там, если за какие-то понятия будут мне втирать, почему мне набиты татухи на лице. Довожу до сведения для тех, кто не особо одарен. Не может врубиться, что я не тупо фрешмен и не набил это просто так, потому что я такой долбоеб и хочу набить татухи, потому что это модно в 2018 году. Нихуя это не так. Я их набил, потому что я всю жизнь хотел, как увидел Лил Вейна в детстве, так и набил. Небольшой этот момент такой. Поясни за шмот, поясни за татухи. Биты не нужны, чел. Ничего не надо. Хватит. У меня все есть. А вот я не знаю, сохранить эфир или нет, скажите мне, по приколу вообще, честно, стоит это сделать? Я ни разу в жизни не сохранял этот эфир, я вечно выхожу нахуй и забываю про это. Сохраняю. Спросите что-нибудь интересное. У меня реально формат видеоблога это не мое. Хотя если бы я захотел, я бы мог вести очень интересный этот day-to-day. Хуя сохранять, я тоже не понимаю. Ничего такого не сказал, разве что за татухи рассказал. Я не фитую, чуваки, ни с кем. Арсенчик, нихуя, братик, как ты? Как ты живаешь? Я тебя 100 лет не видел. По мерчу вот на мне одет один лимитный худос. И я выпущу его чисто 10 штучек вместе с альбомом. Попозже чуть-чуть. Да хуя пиздатых тем на нем. И вышивка там, и не вышивка, вообще фэшн-килла я. Люблю делать шмотки, я бы делал шмотки сам. Занимался бы дизайном шмоток, это прикольно. И, блять, он недорогой будет, друзья, по меркам того, что я сделал дохуя вышивки на нем. Это сос, это свет так падает просто. Бледный еще, наверное, потому что убился в мясо с утра уже сразу, блять, пиздец. Там 3500-3000 вместе с доставкой, чисто за худос. 10 штук. Кто хочет, тот успеет взять. Но пиздатый. Биты сам не делаю, нихуя. Мне все лень это осваивать. Я вообще его не выпущу. Мне не нравится концепция трека, блядь. Может, выпущу. Игрок вышивка, нахуй. Фэшн-килла, мужик. Дизайнерское шматье, нахуй быть как все. Ходи в своих шмотках. Какие кроссовки, на мне тапочки домашние. У
Ну, трек-то прикольный, мне припев не нравится. Может, припев переделаю? Чуваки, не спрашивайте меня, когда выйдет трэпа. Меня бесит этот вопрос. Вы тупые. Ему что, сидеть нравится? Как только, так сразу и выйдет. Если какие-то инсайды были бы на эту тему, об этом бы знал весь интернет. Это же Young Trap. Мазафаки. Вы че, блядь, ёбнутые? Он не дешево стоит. Это я решил сделать 10 таких худосов пиздатых просто к альбому. И вот так вот выпустить. Потому что я такой добрый, блядь, дизайнер. Немножко ошибся он с Мартом. Амбиции берут вверх. Конечно, натура. Я не общался с Сива никогда в своей жизни. И не собираюсь. Ну, может, если он объявится. Пишите, Павел. Вас подогрею самым сочным худосом. Я еще белые хочу сделать. Белые вообще царские. Там сзади принт, как у Playboy карте. Свежак такой вообще. Сейчас отфотаю и покажу всем. В будни занимаюсь распиздяйством. И прочими прелестями жизни. Хочу сводить альбом, но мой звук... Инженер ленивая задница. И я не могу его торопить, потому что только он знает, как должен звучать мой рэп. Сука, какие сложности. Думал, артистом быть легко. Нихуя не легко, блядь. Тупое ты ебло, запомни. Рэп это сложно. Нет, не будет у меня фитов, чуваки, я 7-й раз это повторяю, не хочу, я устал. Русские артисты – это отдельная вообще история, любые. Я много допускал всяких тупых ошибок, как пытался с кем-нибудь фитануть наивно, как молодой мальчик или еще что-то. Это, блядь, это делает каждый на начале своего пути. Я больше не хочу этой хуйней заниматься и не планирую этой хуйней заниматься. Я ищу свой звук, я его нашел, и теперь я сажу свой альбом. Я с ума сошел с этим рэпом. И вы с ума сойдете от моего релиза. Потому что это ебаная пушка. Интересные вопросы поступают. Нет, не общаемся. В общем количестве я с января по этот месяц записал, наверное, 40 штук. Полтинник. Под полтинник, короче, приближается у меня проектов. С демками, со всей хуйней. Из них я хочу выбрать 9. 9 магических треков. Я сошел с ума с этим рэпом. Я делаю шмотки, делаю рэп. Я свеж, как пиздец. Ну, потому что скучно дома. Убился, решил зайти сюда. Я 100 лет здесь не был. Если вы думали, что я нихуя не делаю, то вы очень сильно ошибаетесь, блядь. Я ебашу, как папа Карло. Чтобы выебать это дерьмо. Трезвый рэп это опасно. Я не могу писать трезвый. Фактически. Легенькую хуйню какую-нибудь, там 6-8 строчек. Целый текст написать трезвый очень редко. Раз в год такое случается. Неинтересно. Прошу простить, если вы посчитаете, что это ненормально. Для меня это вполне нормально.
Я альбом выпущу в мае. Я думаю, не раньше. Я просто не успею сделать то, что я задумал раньше. А торопиться я не буду. Я не хочу наебаться со сведением, как в прошлый раз. Мне похуй, сколько это займет времени. Я могу сводить это только с одним человеком, который понимает, как это должно звучать. А он ленивая жопа. Ну, блять, увы, нахуй, но это будет лучшее, что я делал. Я так хочу выпускать музло, вы бы знали, сколько у меня его. А я не могу. Пока не могу, делаю шмотки, нахуй. Я думаю, я все на сегодня сказал, друзья. Спасибо вам всем. Мир. Almighty motherfucker. Мерчик скоро дропну. И музло скоро дропну.